Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Эдуард Петер. И мы продолжаем делать дачный дневник «Мастерская на даче». Мы с вами не встречались уже больше, чем на неделе. Но это было две причины. Первая причина, что погода была совсем нелетная, то есть даже снег был. Мне не хотелось, но Рекс совершил роковую ошибку. Он побежал радостно со всех ног с дачи. И я получил сразу два предупреждения от соседей, что так не годится, что собака перепрыгивает через забор. А второй, он так обрадовался хозяйке нашей, с дачицей моей, что царапал ей руку и довольно-таки крепко. Вот, и я спросил, что я могу для вас сделать, чтобы как-то, ну, вину свою загладить. Она говорит, а вот построй нам заборчик. Ну, видите, вот этот заборчик. Да? То есть, что это за заборчик? Они решили своих кроликов вывести на воздух. Но кролики, такие существа, они везде находят дырку, куда бы убежать и сбежать вообще. Поэтому 3 дня я занимался только забором. Сейчас мы пойдем посмотрим этих кроликов. Вот такой заборчик получился. Ну, сетку они уже сами натянули. А там сидят эти обормоты, ушами хлопают. Вот. И как бы мне пришлось вот это вот все огораживать здесь больше, чем... Так, сколько? 3, 4. 11, там, 12 метров. Ну, за 3 дня потихонечку я это осилил, хотя погода была ужасная. Ну, а сегодня, как вы видите, пасмурно, но ветра нет, погода терпимая. И мы с вами сейчас заберем этого собакина и пойдем на дачу строить дальше. Перво-наперво, ребята, я решил поставить вот здесь стенку, чтобы это убрать, соединить их, и уже у меня как бы один упорчик был бы, а потом уже вторую стенку, ну и третью. Поэтому сейчас я займусь тем, что промерю, сколько мне надо расстояния для того, чтобы построить это все. Так, собакин, иди сюда. Иди покажись, а то люди скажут, запер собаку. Нет, вот она собака бегает. Видишь? Смотри, я сейчас мерить буду. О, тебе же это надо. Да? Непременно. Так. Так, и у меня получается... 178, поэтому 178 мы возьмем. Сейчас напилим нужных брусков и начнем монтировать, строить. Так как батарея кончается, аккумулятор, то мы, наверное, сделаем так. Мы немножко попилим, построгаем, время к обеду, пойдем пообедаем, зарядим еще раз нашу камеру и придем уже заканчивать. Вот так я себя планирую. Хорошо? Ну, давайте.
Рекса покинул на 5 минут, он извылся здесь, а теперь радуется, хозяин пришел. Ну что ты там выкапываешь? Мало тебе тут всяких лежит, тебе надо гнилушку такую, да? Не трогай там гвозди. Итак, что не заснялось на видео, что я положил здесь три стойки, закрепил их здесь шурупчиками. Так, с этой стороны тоже. И теперь мне надо по одному уголку на сторону, то есть 4 уголка присверлить. Потом можем уже ставить. Так, перед подъемом надо пару веточек. Ну что ж, она настала. Я пилу достал. Урум-пу-пуру. Что-то непонятно. Закрепил. Так вот. Есть. Ну, теперь остается закрепить это шурупчиками, ну и, соответственно, прикрепить саму вот эту штуку. Я думаю, тут надо временные гвоздики поставить. Я тут еще так думаю. Надо прибить временные гвоздики.
как-то так. Да? Ну а теперь надо здесь наделать отверстие и твердо к полу. Можно наверху Шурупчик, еще один шурупчик. Так, и между ними еще один. Вот тут поставлю. И все. Есть. Фух. Пора заканчивать. Я обещал себе, что я не буду уставать. Ну, немножко. Это возраст, ребята, это возраст. Так, хорошо. Сейчас я поставлю еще одну танцкую тень. И все. Эта стенка поднятая будет.
Да чтоб тебя. Так, дорогие друзья, ну вот стенку я поставил. Я сегодня еще планировал сюда поставить перемычки, но с такими сверлами. Это над собой только издеваться. Я такое терпеть ненавижу. Поэтому завтра с утра в магазин куплю нормальные, хорошие немецкие сверла. И продолжим завтра, наверное. Поставим эту, укусину надо ставить. Но укусину, я думаю, тогда, когда соберется каркас, когда я начну выставлять здесь эти углы, тогда я поставлю укусину. Ну, а пока вот две стенки, с чем я себя и вас поздравляю. Рекс, зачем ты берешь каждый раз новую палочку, а? Где же они еще пригодятся, негодяй ты такой? Он все равно не понимает. Ну ладно, это значит все. Пошел я домой. Сварю себе хороший ужин. И завтра мы снова приступим с новыми сверлышками. Пока.